Дорогие друзья, канал ТВ «Шанс» приветствует вас. Мы находимся на конкурсе «Королева Бурлевская 2017». И рядом со мной Наталья Росс, певица, красавица. Наталья занимается еще и каратэ. И Наталья еще, помимо всего прочего, она победила очень, участница многих конкурсов. Могли бы вы перечислить те конкурсы, в которых, ну хотя бы некоторые из них, где вы уже успели принять участие? Я расскажу вкратце. Я мисс Элеганс, мисс фотомодель. Затем я победила в конкурсе «Девушка на миллион». И последний мой опыт – это «Королева планеты». «Королева планеты». Огромный список замечательных конкурсов. И почему именно в этом конкурсе вы решили принять участие? Что вообще конкурс? Конкурс – это всегда положительные эмоции. Это какой-то волшебный вечер, который оставляет неизгладимый отпечаток в душе участницы. Это заряд, это подъем, это эйфория. И поднятие женской самооценки. Безусловно, это очень важно, да. А у вас есть какие-то внутренние переживания? Нет, нету. Я люблю конкурсы красоты, люблю участвовать. Очень здорово. Это новые знакомства. И вообще приятно находиться среди успешных, красивых, талантливых и потрясающих девушек. Как вам удается сохранить такую шикарную, не побоюсь этого слова, форму? Это, конечно, работа. Работа каждый день. И такой труд. В общем, девчонки, работайте над собой, принимайте участие в конкурсах красоты, сияйте, светитесь и излучайте позитивную энергию. Мы хотим пожелать вам удачи и успеха в этом конкурсе и с огромным нетерпением ждем песню в вашем исполнении, которая будет сегодня звучать на сцене. Нам очень хочется это услышать, и мы хотим вам пожелать, чтобы вы выиграли сертификат на шляпы от незабудок, потому что эти замечательные шляпы, они пользуются огромной популярностью в России и за рубежом. Успехов вам, и пусть этот шанс будет у вас. С вами был канал ТВ «Шанс». Шанс есть у каждого из вас.